Я делаю видеоролики для людей, чтобы показать типичные ошибки. И мне нужно людям научить и показать, как избежать типичных ошибок. И типичная ошибка была в том, что вы попытались сохранить образ в систембаке на NTFS раздел. Это вот типичная ошибка. Ну да. Поэтому, значит, попробуем даже несмотря на копирование, значит, откройте, во-первых, в режиме, значит, GKSUDA или откройте Crusader в корневом режиме, мне по барабану. Покажите мне, что вы создали на Linux разделе. Да. Но я вижу только одну папочку. Так. И понеслась. Хорошо. Ну понятно все. Так, и уже одну копию систембака мы туда запилили. Ну да, я попробовал. Вот теперь посмотрите. Вот закрываем это дело. К примеру, вы решили там поставить какую-нибудь там программку. Возьмем самую какую-нибудь там незначительную. Заводите пароль свой. Клементина у вас поставлена? Это музыкальная, да? Да, да. Ну, мы сейчас проверим. Ничего не искать. Да не надо искать. Вот аудио-видео. Нету. Ну, вот и хорошо. Вот ее поставим, посмотрите. Ну, потом откатиться всегда можно. Принцип-то один. Значит, вот сюда сейчас я заведу. Перейду только в английскую клавиатуру. Так. Клементина. Вот так она звучит. Нажали Enter. Вот этот хороший, он и музыкальный редактор, и музыкальный проигрыватель, там функций очень много. И в то же время, как говорится, и по объему небольшой, и для целей нашей, как говорится, учебы он очень и очень пригодится. Вот идет линия на баре прогресса, что уже половина там установлена. Для нас просто важен принцип. Вот и все. Так, ну тут это ваши дела. Так, ладно. Значит, вот здесь я это дело просто-напросто закрываю. Смотрим дальше. Вот я сейчас сделали копию предыдущего этапа. А теперь, допустим, решили поставить Клементину. И если по каким-то причинам, значит, не пошло, то вы всегда можете откатиться назад. А вот если пошло, то вот вперед из песней. Идите по указанному адресу, но выбирайте уже другую папочку. Вы, да, Алекс. И вот у вас была папочка 000, а теперь в папочку 001. Она же даже показана, что она пустая. Окей. И create new, то есть создать, да. То есть вот я, что вам хочу сказать. Если вы скачали официальную дистрибутив, установили его, поставили на него только System Bug,
сразу же создавайте копию в папочке, допустим, там 000 или на 001 или там 12345, какая разница. То есть вот нулевую, как говорится, версию вы единственное только с установленной программой SystemBug. И там 2, там 3, 4, 5 папочек у вас должны быть срезы на разных моментах вашей настройки. Поставили 2-3 программы, все работает нормально. Для отката это. Да, да. Чтобы не нулевую, на нулевую точку откатываться, а откатываться, скажем, ну где там буквально там вы потеряете там, ну, там 2-3 программы и все. И в начале создания и вот вашей всей вот этой вот лично вашей пользовательской сборки у вас там может быть и 3, и 5, и 9 папочек, какая разница. Когда уже все настроено, вы можете оставить только нулевую копию и копию настроенной сборки, где все тип-топ. И только потом, если там какие-то изменения решили делать, там настраивать остальные. Но у вас всегда вот есть возможность шага назад. Поняли, да? Да, да. Ну вот. То, что как бы не нужно, я удаляю. Да, да. А потом, если надо, я добавляю папки. Да, то есть программа SystemBug, она в этом плане вам дает великолепные возможности. Причем она работает на трех ветках. Ubuntu, Linux Mint и Debian. И еще работает на Linux Lite. Ну, Linux Lite это тоже веточка. Вот. Короче, там, где она ставится, программа SystemBug, вот вы везде можете вот такие вот фокусы-покусы делать. Ну, единственное, ну. Вы осознаете, что не понял. Да, да. Вот вы. Образ диска подключаете через виртуальную коробку на VirtualBox. Нет, просто вы как-то показывали, что можно посмотреть. Вот SystemBug, если ком, он сохраняет образ диска. Значит, программа SystemBug дает вам возможность сохранения, значит, образа в двух вариантах. В своем формате, со всеми полными настройками, с паролями и так далее. Но если вы хотите сделать компактный образ в виде ISO, который можно будет потом записать на любом компьютере, на любой операционной системе, где только есть программа, которая записывает на флешке, то вы можете этот образ ISO записать на флешку и с него восстановиться на любой компьютер, на любой раздел жесткого диска компьютера, куда угодно. Ну, естественно, с некоторыми ограничениями. Почему? Ну, потому что, ну, изофайл, ну, не может же быть он гигантских размеров. 2-3 гигабайта это вот обычные образы, которые, как говорится, изообразы, которые нормально пишутся. А у меня были пользователи, которые после всех манипуляций у них получались изо по 6-7 гигабайт. Ну, куда это годится? Исключать нужно оттуда все, оставлять только, ну, самое необходимое, ядро, как говорится. А вот SystemBug, который создает образ на другом разделе жесткого диска, вот этот гаврик вам уже, он, как говорится, сохраняет все. И настройки, и пароли там, и так далее. Вот разницу уловили, нет? Теперь я понял, да. Ну вот. Только единственное, запомните, что, ну, сделано для Linux, значит, на линуксовской, ну, и должно быть сохранено на разделе жесткого диска в формате Linux. На формате винды он не сохранит вам ничего. Да, я понял, Алексей. Ну, это просто ошибка, ну, такая, ну, скажем, она рядовая. И ничего в ней, как говорится, там и стыдного там нет, и ничего, ну, все мы люди, все мы можем, как говорится, я что-то... Я просто привык уже, что на Linux настолько гибко все, что и просто, чем на Винде. И поэтому я как бы даже не задумался об этом.
Алексей, ничего страшного, всякие штуки, как говорится, бывают, но тем не менее, вот теперь, после всех этих перипетий, могу ли я, допустим, оставлять ваш скайп для помощи людям, у которых вот именно возникнут проблемы с записью, допустим, созданием копий на внешнем жестком диске или там на другом разделе жесткого диска и так далее? Ну вот, вот для меня это самое важное, потому что, понимаете, у меня, как говорится, я поначалу время трачу, но зато потом, ну, вот у меня появляются люди, которые мне всегда помогают. То есть вот. Не вопрос. Да. Я как бы давно уже подписан у вас и там общался до этого. И если помните, я там вашу этот файлик, который с паролями там вам подсказал. Да, да, спасибо большое. Для меня важна группа людей. Если от меня какая-то помощь нужна, ради бога. Ну теперь вы обладаете всем необходимым образом, потому что вы теперь можете практически помочь людям в создании, значит, нормальной работоспособной копии на любом разделе внешнего, на любом другом разделе жесткого диска и на внешнем диске. То есть вы вот пока вы прошли все вот эти вот, а теперь вы сами можете помогать и можете меня немножечко разгрузить. Ну, я вам желаю всяческих удач. Вы мне тоже со своей стороны здорово помогли. Почему? С одной стороны, ну, мы людям показали, что вот мелочевка-то бывает, а вот не идет, а вот решается так. А с другой стороны, у кого-то что-то там не идет, вот я уже могу порекомендовать человеку обратиться к вам, чтобы вы с ним по TeamViewer повозились, помогли. А что для этого-то нужно? Две программы? Ну, вопрос, Алексей, мне это тоже как бы интересно, поэтому я бы сам в этом заинтересован. Я как бы рад помочь, потому так, что... А что для этого нужно? Только две программы, Skype и TeamViewer, и все. Ну да, у меня на стационаре просто нету вебки, но на ноуте я всегда с людьми пообщаюсь, если что, помогу. Не вопрос. Алексей, спасибо вам большое. У меня два скайпа. Алексей, спасибо. И... Да, я уже знаю, у меня оба они сидят. Алексей, спасибо вам большое. Так что при случае, значит, если что-то будет у людей там вопроса, я буду уже отсылать их вам, как к специалисту, потому что вы через вот все эти подводные камни прошли, и вы сможете людям конкретно помогать. Спасибо и вам большое. Ну ладно, удачи. И вам того же. Спасибо.